В районе улицы Мотору, а также на территории бывшего авторемонтного завода ведутся активные работы по ревитализации деградированной складской зоны рядом с Даугавпилсской крепостью. В рамках этого проекта, софинансируемого фондом РАФ, будут проложены новые инженерные коммуникации, включая освещение, отопление, водопровод, канализацию и электросети. Основательной реконструкции подвергнутся дороги, которые позволят более 20 предприятиям развиваться и улучшать свои производственные мощности. Всего проект разделен на три части, которые включают в себя обновление двух отрезков улицы Мотору от улицы Берзу до Вальню и внутренней складской территории. Основные работы сейчас ведутся именно у проезжей части, чтобы быстрее привести в порядок дорогу для движения автотранспорта. Суммарно регенерации подвергнется зона общей площадью в 4,5 гектара, что создаст хорошие условия для бизнеса и появления новых рабочих мест. Стоит отметить, что инициатива приведения этой территории в порядок идет от самих предпринимателей, а городская дума, оценив потенциал развития, откликнулась на данную идею и сумела найти финансирование. При этом, однако, здание бывшего авторемонтного завода затронуто не будет, так как оно не является собственностью самоуправления. Закончить проект планируется до декабря следующего года. Помимо технических улучшений дорожного покрытия, изменится и визуальный облик этой территории. Более приятным станет передвижение для пешеходов и велосипедистов, так как на улице Мотору будет сделан качественный тротуар и обустроено освещение. Работы в этом направлении уже ведутся. Были спилены самые опасные деревья, которые росли вдоль дороги, и начаты земляные работы. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы.